Интернет-фрик, ботоксная Барби, кумир школьников, самая известная кляузница и по совместительству дочь скандальной сенаторки Елены Мизулиной Екатерина. Мизулина-младшая известная как глава Лиги безопасного интернета, а как главная доносчица страны. За свою недолгую карьеру успела донести на 166 человек запреты концертов, обвинения в иноагентстве, абсурдные уголовные дела и в некоторых случаях публичные покаяния. Все это дело рук Мизулиной. Она рушит карьеры и ломает жизни тем, кто добился успеха сам, а не просто удачно родился в депутатской семье. Судя по аутфиту Мизулиной, доносы – выгодное дело. Примерная стоимость ее гардероба оценивается в 27 миллионов, а недвижимость – в сотни миллионов рублей. Сейчас у Мизулиной гастроли по учебным заведениям страны. На них она угрожает детям уголовкой за неудобные вопросы. Видимо, уроки советской истории она прогуливала, иначе знала бы, что карательная машина проедет рано или поздно и по ней.